Троицком монастыре Пензы почтили память игумени Митрофании, первой в новейшей истории обители ее настоятельницы. Именно трудами матушки в 90-е годы здесь были восстановлены храмы и корпуса. Со дня кончины игумени исполнилось 10 лет. В день ее памяти литургию в Троицком монастыре совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он напомнил собравшимся, что почившая матушка была основоположницей современного пензенского женского монашества и замечательной подвижницей благочестия. Многие из вас обращались к ней как мудрой старице за советом, с какими-то просьбами. Нужно сказать, что невзирая на свою внешнюю суровость, она была действительно доброй сердцем, отзывчивой на все те нужды, с которыми люди к ней обращались. И я уверен, что вот эта ее внутренняя доброта и стремление к Богу помогли ей обрести Царствие Небесное. Матушка Митрофания приехала в Пензенский край из Рижского монастыря в 1989 году. Она стала первой настоятельницей Троицесканского монастыря под Норовчатом и управляла им до 93-го. Затем 21 год игуменья управляла Троицким монастырем на улице Кирова в Пензе. При ее настоятельстве были восстановлены оба монастырских собора, жилые корпуса, организованы подворье Большой Валяевки. В обители собралось два десятка сестер.